Привет-привет! Здравствуйте, друзья! Даже не знаю, доброе утро, недоброе утро. Проснулся, значит, доброе. Но так понимаю, что вести не очень добрые. Снова тревога, снова вся карта Украины красная. Очень много прилетов по разным городам. Мы проснулись от громких звуков бахов приблизительно 4:30 утра. И вот за минуту, наверное, 3 таких баха было, потом через несколько минут 4-й. Это то, что я слышала. Очень громко было, резко подскочило, сейчас вот просто голова разболелась. Тревогу у нас включили еще в 4:05 утра, до сих пор воздушная тревога. Посмотрела по программке, у нас прилеты в Днепропетровске, Виннице, Хмельницк, Львов, Волынская область. Не знаю, просто многие города очень. Друзья, держитесь, не игнорируйте воздушную тревогу. Все это, конечно, ужасно и страшно. За вчерашний день и ночь у нас было 8 тревог вместе с этой тревогой. Так у нас все есть. Свет, газ, вода, связь, все работает. Очень надеемся, что люди не пострадают. Сейчас у нас 5:16. Как разбудили бахи, все, не могу уснуть. Лежать не хочется, думаю, да, буду вставать уже. Сделала себе кофе. Сейчас только-только начинает расцветать. Даже, видите, в окне не светится ничего, еще темно, темновато. Так у нас пишет 18 градусов. Ну, что-то не знаю, мне кажется, даже теплее. Вчера прохладнее было. Спасибо огромное всем за поздравления с медовым спасом. Выпустила вчера второе видео, так хотелось вас поздравить. Думаю, ну как, ну конечно же, вкусной домашней выпечкой. Хоть и куплено и тесто, и маковая начинка ВТБ, но это вкусно, и тесто вкусное, и начинка вкусная. Кто не пробовал, купите, приготовьте, попробуйте. Готовится быстро, легко и к чаю то, что нужно. Не обязательно маковую начинку. Можно просто смазать маслечком, присыпать сахарком и накрутить таких бабочек. Так что еще раз, друзья, всем огромное-преогромное спасибо. И еще раз всех с праздником, с медовым спасом. А скоро будет и медово-яблочный спас. Вчера монтировала видео и делала цветочную заставку. Хочу вам поднять настроение, как и у меня поднялось. Я снимала цветочки, прилетел шмель, собирал пыльцу и такую отлетаю, думаю, ой, как красиво будет. Замедлю кадр и... Вот когда на замедленном кадре, и он отлетает с цветочкой, очень красиво смотрится. Я надеюсь, вы уже заметили, что случилось со шмелем. Кто не заметил, перемотайте на начало видео, посмотрите. Пусть у вас немножко подымется настроение.
Это ж как же ж он наелся и объелся пыльцы, да? Я тоже была удивлена. Просто если не замедлять кадр, оно не видно, как будто он улетел. Но он правда улетел. Но изначально, вот видите, на замедленном кадре нет. Очень уж он толстенький. Город просыпается, слышно, как машины гудят. Сегодня, друзья, поделюсь с вами видео своими помощниками, помощницами, без которых уборка в квартире была бы намного-намного сложней. Кому интересно, какие у меня помощники, оставайтесь, смотрите, пишите комментарии. И, конечно, друзья, держитесь. Все обязательно будет хорошо. Вот, друзья, сейчас, как и обещала, хочу вам показать средства, какими я пользуюсь для уборки, стирки. Ну и, как говорится, вся моя химия. Итак, с чего начнем? Наверное, средства для посуды. Мне очень нравится Фейри. Мы покупаем вот такую большую бутылку, потом переливаем. Я вам уже показывала, у меня стоит возле раковины дозатор, и моем посуду. Также пользуюсь белизной, любой. Эко-средство. Мы покупали уже давно. Многие средства, купленные, есть давно, не только сейчас. Просто что-то нравится больше, что-то не нравится. Вот, как помните, кто видел у нас на канале, мы купили вот такое средство фармаси фирма. Ну вот, антижир для духовок. Вот такое. Я очищу будь какую поверхность, еще не пробовала. Здесь порошок, маленькая дозировочка и пятновыводитель. В общем, я попробовала пятновыводитель, он у меня не вывел пятно, так как оно не было свежим, уже было после стирки, но не справился. Хотя написано, выведу будь какое пятно. Нет, не вывел. И вот такой антижир я пробовала, по-моему, сковородку мыла, тоже не справился с заданной задачей. Мне все-таки больше нравится Фаберлик. Вот он хорошо справляется, нет едкого запаха, моет хорошо, особенно если подогреть ту же сковородку или кастрюльку, отмывает просто отлично. Вот Фаберлик у меня, конечно, на первом месте. Ну, если мне нужно что-то такое почистить, вот обычный порошочек и вот это вот порошочек, но я еще не пробовала. Ну, попробуем потом. Так, что еще? У меня вот такие, я помню, вам показывала, когда рассказывала за порошок, плохо стирает, вы говорили, есть без хлорки отбеливатели. Вот я пользуюсь, покупала все по акции в АТБ, вот без хлора. У меня вот три пакета, покупала в разное время. Даже вот видите, разные упаковки. Здесь вот с белой каемочкой, здесь уже нету. Ну, вот такие отбеливатели, вот начатые у меня. И пятновыводители, тоже вот начатый. Так, сода кальцинированная вот такая. Так, подсела я на таблетки посудомоечные. Тут у меня вот целый ассортимент. Сейчас покажу. Вот Самат мне вот такой не понравился. Купила я по скидке в АТБ. Что-то было очень дешево. 45 таблеток. Но мне не понравился. Вот так он выглядит. Не очень. Ну так, что-то отмывает.
Вот эта таблеточка, ой, вот так выглядит эта Фэри. Это вторая упаковка была, акция, я купила, она вот еще закрыта, как бы, чтобы было всегда в запасе, потому что гординки стирать, где-то обувь, где-то что-то замочить, хорошо получается, полегче. Так, вот такую мне дали на пробу таблеточку, я не пробовала еще. Говорят, очень хорошая. Не знаю, надо посмотреть в интернете, сколько она стоит, что это за таблеточки. Вот на пробу дали. И что у меня там еще? У меня были... А, нет, я неправильно сказала. Вот у меня разные таблетки. Вот, смотрите. Вот. С красным верхом это вот этот Самат, который мне не понравился, видите? А вот эту я еще не пробовала. Это вот таблеточка совсем другая, другой фирмы, говорят, уже она хорошая. Что я вот так вот, видите, у меня там разные. Ну, просто упаковка хорошая, она защелкивается вот так, чтобы влага не заходила. И хранятся хорошо. Вот, ну, это новенькая. Так, что у меня еще? Мыло. Вот такое. Это мне посоветовала Людочка. Против пятен, там носочки затереть. Вот какие-то пятнышки, которые на белых тканях. Неплохо получается. Вот у меня начатый кусочек так лежит. И хозяйственное мыло на подстраховке всегда должно быть. Два кусочка мыла. Два таких, два таких. Ну, можно сказать, два с половинкой. Так, ну, это я показывала. Так, что еще? Здесь у меня порошок. Сейчас покажу, какой. Это просто коробочка. Мы ее с собой привезли с Израиля. Вот такой пятновыводитель, по-моему, это. Я уже не помню. По-моему, пятновыводитель или отбеливатель. По-моему, скорее всего, отбеливатель для цветного. Вот. Ну, просто коробочка классная. Мы насыпали сюда порошок. И я продолжаю пересыпать порошок, хранить. Сейчас покажу вам. Вот. Здесь ручка у меня отломалась. Ну, ничего, так вот. Набираю норму и стираю. Сейчас покажу вам порошок. Вот такой порошок Savex 4,5. Давно уже покупала, пользуюсь, еще вот есть. Ну, не скажу, что прям супер. Ну, стирает, потому что добавляю и отбеливатели, и пятновыводителей, и всякой еще дополнительной химии. Ну, сказать, что вау, нет, не скажу. Сейчас и порошки дорогие, все дорогое. Так, вот это средство. Силит Бэнк. Сейчас чуть-чуть поправлю. Вот, как видите, здесь и иврит. Покупали в Израиле перед тем, как ехать сюда. Вот смотрите, вроде как должен очищать, все такое. Цена была симпатична, была по акции. И по акции было 3 бутылочки, что-то там дешево. Мы купили, это вот последнее осталось. Не скажу, что мне средство понравилось, нет. Ну, для чего-то легкого, да. А что-то вот посерьезнее отмыть, допустим, вот как печку, там решетки как нарисованы, да, вот поближе. Он не справляется. Поэтому не очень средство. И вот уже сколько, вот он, наверное, уже 3 года, и еще там больше, чем половины есть. Так, вот такое средство. Я уже не помню, где мы покупали. Для жира. Не помню, честно. И что-то вот она у меня тоже полная. Я как-то про нее забыла. И не помню, пробовала, не пробовала. Вот, растворяет жиры. Не оставляет царапин.
Ну, не знаю. Без абразивов и фосфатов. Экологически безопасное средство. Я честно не помню. Ну, мы, наверное, я не помню. По-моему, не пользовалась. Надо будет как-то что-то помыть, попробовать. Сейчас вот доставала, увидела. Так, жидкое мыло вот такое. Оно и шло, по-моему, в подарок. Вот мы покупали средство мыть посуду с дозатором, и это мыло и шло вместе с ним. Ну вот как-то моющее для посуды закончилось, пользуемся бутылочкой, а до этого жидкого крема, крем-мыло еще как-то не дошло. Тоже вот поставила и, знаете, как-то в дальний уголочек, и забыла за него, надо будет попользоваться. Так, сеточка, вот такой мешочек для стирки покупала в Авроре, что я не помню, ну дешево, пользуюсь. Кроссовки мои помещаются, стираю кроссовки в машинке. Вот такая сода кальцинированная и обычный для ручной стирки порошок Гала. Это я когда отбеливаю. У меня есть на канале вот полотешки, носочки. Хороший способ, но именно не для синтетики, именно вот такой хэбэшка, трикотажик. Отстирывает очень хорошо. Но увлекаться им не нужно, потому что добавляешь в такое средство стирки белизну. И поэтому белизна, она, как вы знаете, разрушает ткань. Поэтому иногда можно, но не всегда. И вот такой я покупала ополаскиватель для белья. Неплохой, нормальный. И вот такое жидкое средство для стирки, тоже Sky, вот ополаскиватель, жидкое средство. Это я стираю, знаете, вот курточки, такое вот, чтобы ни в коем случае нигде не забился порошок на прострочке, на нитках. Знаете, вот бывает, я как-то один раз постирала порошком куртку черную. А оно, как порошок не растворился, как забилось все, я потом уже выполаскивала, выстирывала, перестирывала, еле вот эти швы отстирала. Просто на нитках, на шве было все белое-белое. Ну, вот такие у меня химсредства, говорится, в поддержку. И, конечно же, так, это у нас что? Растворитель остался после ремонта. И, конечно, у меня же для орхидеи вот такое средство. Уже нужно будет удобрить. Покупали, по-моему, в эпицентре. Ну, еще так нормальненько его. Вот такое средство для орхидеи тоже. Вот одним я использовала. Надо тоже будет, наверное, вот такой укоренитель. Ну, это тоже для орхидеи. И вот для орхидеи мы сами собирали кору. Скоро буду пересаживать. Кору варила и потом вот так вот измельчала. Тоже на канале где-то есть видео. Пересаживала орхидейку, она у меня зацвела. Сейчас ее, кстати, тоже нужно пересадить. Вот такой керамзит хочу добавить. Керамзит в горшочек к орхидейке. И еще вот такая у меня кора есть. Ой, одной рукой не получается. Вот такая. Немножко там мха, совсем капелька. Вот, буду пересаживать орхидею, сниму отдельное видео. Ну, вот такие у меня средства. И сейчас буду все. Вот там у меня мойка, чтобы понятно было, каким шкафчиком занимаюсь. Это у меня в пакетике прищепки, но практически, ой, вот у меня в пакетике прищепки, практически ими не пользуюсь. Немножко орешков и здесь чеснок. В темном сухом месте, как говорится, подвесила. И счетчик стоит для газа. Сейчас я буду все устанавливать. Здесь мусорное ведро всегда у нас. Я простилаю большой такой пакет пленкой,
чтобы, ну, мало где-то что-то, чтобы не разбухло, нигде ничего не испачкалось. Простелил, протер и нормально. Ящичек поставила, сейчас буду сюда все бутылочки ставить, чтобы все было в ящичке доступно. Глухо. А-та-та. Будь вкусненьким. Будь сладеньким. А-та-та. Главное, не укатись, крыжовничек. Лопается. Покажи мне сбоку, что ты. О! Треск. Вот это треск. Аромат арбузный пошел. Красота. Ой, сладенький. Вот лучше покупать за городом, да? В городе, вот смотрю, многие написали, купили, были разочарованы, что арбуз не такой сладкий. Это стоит недешево. Помните, как Простоквашино? Мясо покупать лучше в магазине. Да. Там косточек больше. А арбузы лучше за городом, на дороге. Что-то я разогнался. Целую половину нас вырезать. Ну ладно, съедим. Еще-то всего, друзья, 17 минут первого. Еще как съедим. Это у нас завтрак. Присоединяйтесь на арбузик. Вкусно. Та-та-ти-та-ти-та-та-ти-та-та-ти-та-та-та-ри-та-ри-та-та-ти-та-та. Дай арбузик, мама, дай арбузик, да, 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 да. Чем? Целует. Чей твой носик? Сиди. Лежи, да? Кувырок, кувырок. Шекелёш, а ну сделай кувырок, лежать. Кувырок. Давай, давай. Лежать. Кувырок. Давай кувырок. Нет, лежать. Лежать. Кувырок. Давай. Нет. Иди сюда. Нет, я не поддамся. Лежать. Лежать. Кувырок. Кувырок. Нет. Так хочется сильно. Лежать. Кувырок. Давай, 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 давай. Ай, молодец. Пап, посмотри. Я заработал. Кувыркну-ка. И все. И кузняка, и кузняка. Ой, за пальцы кусает. Ай. Надо ему скибочку дать. У нас была кошка Алиса. Леся. Перс экстремал. Персикового окраса. Сидеть. Так она сама съедала целую скибку дыни. Мы ее ложили на пол, и она выгрызала буквально минуты за две, за три. Где? Поздоровайся. И шекелю надо дать скибочку арбуза. Поздоровайся. Мира и добра. Вкуснее арбуза нет. Да. Вот так вкусно. Вкусно. Молодец. Умничка. Сидеть. Еще один кусочек. Мамочка добренькая. Да не сильно так. Шекель, у тебя никто не забирает. Все, то, что быстро проглотил-то. Так вкусно было, так вкусно. Все, а то кто будет бегать писюкать, Ленте? Все, всем пока-пока, Шекелеш. Вкуснячие, вкуснячие, да? Вкуснячие. Ой, на бороде арбуз. Вот тут, Шекелеш, стой, стой. Вот, на пальчике. Вот, Шекелеша, вот. Да-да-да, давай. Ты сладкий, чё, маму? Ещё. Ещё. Всех пока.